Бодрого всем дня. Я нахожусь в Москве на юге, в Чертаново. И несмотря на то, что погода подморозила очень сильно весь снег, поэтому делать выходы приседания будет очень тяжело, я решил показать вам одну из интересных площадок. Площадку под названием, ну, тип таких площадок называется Zion. Zion 1 – это компания, которая их производила. К сожалению, я не покажу вам ее сегодня, потому что все, что от нее осталось здесь, это вот такие кольца. И небольшой лабиринтик. Опять же, я вот покажу фотки, размещу, как она выглядела раньше, какой она была большой и красивой. Но на территории школ все меньше и меньше остается хороших площадок, чтобы школьники могли не курить электронные сигареты, а заниматься спортом. Также здесь есть пара интересных комплексов, которые я никогда раньше не видел, поэтому покажу вам. Вот это вот красно-бежевая байда. Я даже не знаю, кто такие делает. Честно говоря, непонятно. Но вот еще немножко от них. Как вы видите, по отвалившимся деревяшкам не очень это крепкие конструкции. И вот третий комплекс. А также я вижу, видимо, с советских времен оставшиеся высокие брусья и вот такие конструкции. Может, не советских, может, их чуть позже поставили. Вот, но они прикольные. В общем, покажу я вам еще два одиноко стоящих турника. Раньше здесь было гораздо веселее, честно скажу. Поэтому видимо, через недельку я еще раз вернусь в Чертаново на другую Zion-площадку и буду очень надеяться, что она будет на месте к этому моменту. Что они снесут? Там тренажеры, что ли? Нет, просто странная беседка. А сегодня я буду делать снова подходы с паузами. Вот. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. Самая простая из техник. Потягиваться буду на кольцах, потому что это единственное здесь поблизости нормальная вещь для подтягиваний. И, собственно говоря, погнали.
Вот такая вот получилась тренировочка. Конечно, жалко, что площадку частично снесли, и я вам ее не показал, потому что там много интересных штук. Но не буду спойлерить. А здесь есть прекрасный лес на территории этой школы, на котором все деревья помечены. И, блин, смотрится так, если не понять, зачем это сделано. Немножко мрачновато. Такая инвентаризация с краской. Довольно забавная штука. Вот, на сегодня все. Я потренировался. Увидимся, наверное, завтра. Всем продуктивных тренировок, продуктивных подходов, кругов, что бы вы ни делали. Главное, что вы делаете. Вот, еще что, что умная мысль иногда приходит. А когда вы делаете отжимания с паузой, смотрите за шириной, на которой вы ставите руки, потому что чем вы ставите руки шире, тем больше вы крадете у себя амплитуду. Понимаете, в чем дело? Вот это вот вся ерунда про то, что шире руки ставишь для внешней груди, уже для внутренней. Ну, вы же читали инфопост, нет никакой внутренней, внешней груди. Но когда вы ставите руки шире, вы кладете у себя серьезную амплитуду. Соответственно, меньше нагрузка, соответственно, меньше результат. Подумайте об этом, обратите внимание, когда будете делать в следующий раз отжимания. Вот и все. До завтра.